Я совершенно точно знал, что сердце на самом деле не такое, как его показывают в мультфильмах, и не такое, как его рисуют в атласе анатомии. Сердце имеет форму дома, потому что там кто-то живет. И в этом доме, наверное, много комнат. А как по-другому? Маме нужна ее спальня с синими занавесками, папе его кабинет. Кухня пусть будет для кота и бабушки, ведь там есть холодильник. Брат со своими постерами и дисками может ютиться на чердаке. А есть на свете такие люди, которые никого кроме себя не любят? Ни бабушек, ни дедушек, ни мам, ни пап. Хватает. Вот бедные. У них не дом, а однокомнатная квартирка.